хочу поделиться рецептом скандинавского соуса салата. Готовится он из соленых огурцов и горчицы, на вкус он получается слегка сладковатым, терпким, пикантным. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить скандинавский соус. Горчицу предпочтительнее использовать французскую, которая горошком. Количество сахара и яблочного уксуса лучше регулируйте на свой вкус. Очень вкусно подавать такой соус к картофельному пюре, использовать для бургеров и бутербродов из черного хлеба. Готовится соус легко и быстро. Огурцы соленые, 200 грамм. Горчица французская, 1 разделить на 2 минус 1 столовые ложки. Сахар, 1 чайная ложка. Уксус яблочный, 1 чайная ложка. Масло растительное, 1-2 столовые ложек. Красный лук, 40-50 грамм. Количество порций, 2. Подготовьте все ингредиенты. Красный лук порубите ножом максимально мелко. Залейте кипятком на 5-10 минут. Слейте воду и промойте в холодной воде. Соленые огурцы натрите на мелкой терке. Отожмите от лишней жидкости. Добавьте красный лук, горчицу, сахар, растительное масло и яблочный уксус. Хорошо перемешайте. Скандинавский соус готов.